Здравствуйте. Раз Земля есть, то, как считается, можно поставить вопрос, когда она образовалась. Кратко рассмотрим историю этого решения. По библейской легенде Земля создана в первый день, а Солнце в четвертый. Сотворение Земли произошло около 5000 лет назад. Петр I, прорубая окно в Европу, ввел в России новое летоисчисление. Указ его гласил: день после 31 декабря 5508 года от сотворения мира считать 1 января 1700 года от Рождества Христова. Первую небожественную гипотезу образования Земли из материала Солнца предложил в 1749 году Жорж Бюфон. По времени остывания Земли возраст ее был определен в 63 тысячи лет. Определил этот возраст Бюфон так. Конечно, он землю нагревал. Просто он брал чугунные шары разного диаметра, рабочие накаляли их в кузнице до белого свечения, а затем вынимали и засекали время, когда они переставали светиться. И оказалось, что чем больше диаметр шара, тем дольше он остывает. Был получен график. Значит, вот это радиус, а это время. И была получена кривая, прямая зависимость. Зная, радиус Земли проэкстраполировал и получил возраст 63 тысячи лет. Громадная цифра для того времени, люди никак не могли согласиться, что так много. Через 50 лет, в начале 19 века, Чарльз Лагейн определил мощность слоистых пород 5 километров. Зная, что 1 миллиметр осадка на дне моря накапливается за 100 лет, он разделил 5 километров на 100 лет и получил 500 миллионов лет. Громаднейшие цифры. Люди не могли согласиться с этим. Главными противниками были физики, в частности, известнейший физик Томпсон, который затем за заслуги перед наукой получил звание лорда Кельвина. Он считал, что Земля образовалась из материала Солнца. Зная размер Солнца и его массу, он посчитал, что Солнце может генерировать гравитационную энергию. Тогда считалось, что это энергия гравитационная из Солнца поступает, только 100 миллионов лет. И поэтому возраст Земли, конечно, не может быть больше 100 миллионов лет. В 1897 году была открыта радиоактивность. И стало возможно определять абсолютный возраст горных пород по распаду изотопов урана. В начале 20 века был определен абсолютный возраст горной породы древнейшего гранита как 1 миллиард лет. На начало 21 века самыми древними горными породами по абсолютному возрасту считается порода возраста 4 миллиарда лет. Отсюда возраст Земли принимается 5-6 миллиардов лет. Больше нельзя, потому что считается, что возраст Вселенной, возникший от Большого Взрыва, около 13 миллиардов лет. Почему же возраст Земли определяет 5 миллиардов лет, а горных пород возраст 4? 1 миллиард. 1 миллиард лет отдается остыванию Земли. Считается, что Земля была расплавленная. Вот когда остыла за 1 миллиард, появились граниты древнейшие. Они-то имеют возраст 4 миллиарда лет. Смотрите. Так, перейдем к научному доказательному объяснению возраста Земли. Прежде всего, с позиции наотического, то есть доказательного, индуктивного и системного мышления, следует сказать, что для того, чтобы задать вопрос, когда образовалась Земля, нужно иметь данные, что она есть и что ее не было. То, что Земля есть, сомнений нет. А то, что ее не было, данных нет. Поэтому задавать вопрос, когда образовалась Земля, некорректно. Наличие же Земли позволяет задать вопрос корректный,
во временном аспекте, сколько она есть, сколько она существует. И дальше будем говорить не о возрасте Земли, когда она возникла, а сколько она существует. Конечно, можно определить только по возрасту горных пород ее слагающих. Как известно, самые древние породы возраст имеют 4 миллиарда лет. Но чтобы определять по ним возраст Земли, нужно, чтобы эти горные породы были первичными, образовались в момент образования Земли и больше не менялись. Посмотрим, что это за породы возраст, имеющие 4 миллиарда лет. Это граниты и кварциты. Граниты, по современным представлениям, это магматические породы. Они образуются при остывании магмы, а магма образуется при плавлении горных пород. Поэтому граниты не могут быть первичными горными породами. Кварциты – это метаморфические породы. Мета означает изменение, то есть породы, изменившие свою форму и состав, они тоже не первичные. Да вообще первичных пород на Земле не может быть, потому что при литосфере происходит круговорот энергии вещества. Глина, гранит, глина. Возраст древнейшей горной породы гранита 4 миллиарда лет. 4 миллиарда, миллиарда лет. Видно, что это возраст половины круговорота. Время половины круговорота. Значит, на целый круговорот уйдет 8 миллиардов лет. Сколько прошло круговоротов? Как вы думаете? Ну, конечно, много. А сколько? Минимально 2. Потому что глина, из которой образовался гранит возраста 4 миллиарда лет, сформировалась при разрушении другого, более древнего гранита. И поэтому 8 миллиардов лет умножим на 2, получается 16 миллиардов лет. По круговороту вещества, если принять, что было всего 2 круговорота. Конечно, это возраст больше возраста Вселенной. Но вообще-то определять возраст Земли по абсолютному возрасту горных пород некорректно. Поступает так, если Земля сложена горными породами, то определив возраст горной породы древнейшей, мы определим возраст Земли. Любой человек сложен клетками. Клетки, как известно, делятся, то есть происходит круговорот. От появления клетки до следующего деления происходит 3 месяца. Значит, всем людям 3 месяца. Ну, конечно, это абсурд. Так не бывает. Мне, например, по паспорту 73 года. Значит, в реальности я старше, чем по возрасту клетки. Значит, 73 умножить на 4 получится 292 раза. А во сколько раз вы старше? Возраст человека так никто не определяет, а для возражений против определения возраста Земли нет. Что еще не учитывается при определении возраста Земли по горным породам? Времени существования Земли по горным породам. Значит, громадные размеры Земли. Вот этот гранит, который имеет возраст 4 миллиарда лет или 16 миллиардов лет, показывает время существования Земли, отобран на поверхности литосферы. А ниже его, что пустота, а ведь радиус равен 6378 километров, конечно, не пустота. Там горные породы. Какие? Более древние. Практика показывает бурение, что чем глубже погружаться, тем более древние горные породы. То есть имеем право минимум увеличить время существования Земли в 16 миллиардов лет в 2 раза. Получается 32 миллиарда лет или десятки миллиардов лет. Делаем вывод, что Земля существует десятки миллиардов лет. При этом верхняя граница времени существования Земли не просматривается. Спасибо за внимание.